Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас мы будем делать укол поросяткам витаминами интровит. Два раза железосодержащими прокололи. Теперь будем колоть витаминами, так скажем, загального, общими. В интровите он достаточно дорогой. Давай, меня, то успеем сейчас этих всех. Он достаточно дорогой. Я его погрел, кстати, чтобы лучше он входил. По рекомендации подписчиков. Спасибо, народ. Многие комментарии я читаю. Даже, я бы сказал, стараюсь все читать. Может, не всегда время есть. В общем, и как бы беру к сведению даже. Как ни странно. Будем колоть два куба по голове, короче, два кубика одному поросенку. Смотри, вот туда посмотри, вот этот на лысо. Ходи сюда, кастрюля с мясом. Бежал кастрюля с мясом. Ходи сюда. Так. А колоть будем в заднюю внутреннюю часть этого самого. Задние ноги. Инъекция получается подкожная или внутримышечная, в принципе, как получится. Глубоко загоним, будет внутримышечная, по-среднему будет подкожная, не страшно. Для чего это делаем? Ну, во-первых, поросятки очень хорошо танцуют. Сюда на меня показывай. Я вырезать буду, не показываю кучу говна, на которой эти пидорасы сидят. Я только на них показываю. Давай их вот сюда загоним, нахуй. А ну, съебались. Я вырежу. Продолжаем. Итак, колоть первый раз витамины можно колоть уже в двухнедельном возрасте. Поросятам как раз 2 недели мы и колем. Стоит это делать или не стоит? Сразу скажу, отмечу, стоит. Будь то поросята на себе на откорм или же, допустим, вот была куча, мама там за дверью стоит ихняя. Либо поросята будут на продажу, в любом случае вы просто прозреете, насколько хорошо, какая эффективность высокая после того, как витаминчиками прокалываем. Итак, это у нас девочка. Девочка, кабан такой, девочка здоровая. Как видите, операция в принципе несложная. И для поросят она не особо, скажем так, не особенно болезненная, да. Они по большому счету не орут. Бояться не надо колоть их уколов, как скажем, бояться. Илюха, дай мне маркер. Ну не маркер, а эту зелё-синюю вонючую жидкость. Есть там? А кто там пришел? Что? Да это ж под дверью стоит. Вот этот есть, да? И вот этот есть. Подобный. В общем, и по поводу витаминов. Есть обычный там какой-то декамивид непонятный, ну, а в нем там всего 3 витамина. Не пожалейте денег, это интровит стоит раза в 3 дороже, но зато он и эффективнее. Прям вот реально по ним видно. Вы увидите результат буквально на второй день уже. Что они начинают, так стартуют в росте, что прям приятно на них смотреть. Поэтому не жалейте, не пожалейте там этих небольших денег, уважений. Оно полностью себя оправдает. Операция несложная. Уколоть, ну, вы видите, да, он не орет, ничего, он там не, сильно не сопротивляется. Даже если кто-то боится иголок, не вам же колоть, им какая разница, мне вообще не больно нисколько. Он сейчас их загонит. Шат-шат, давай, становись. Хоть поросяток и мало осталось, но они радуют глаз. 2 недели, смотрите, какие уже повырастали. Ух. Мы оставим тут парочку, оставим на развод. Ну тут вот тех 2 рыжиков. Долго набираются витамины из-за этого. Немножко так
медленновато. Ну ничего. Хай набираются как хочешь, главное, как они хорошо будут эффективно действовать. Я вот этого беленького, да, сейчас? Угу. Ходи сюда. Хороший молодец. Видите, какие они спокойные. Чувствуют, что хорошее им хозяева делают. А этот пошли, а эти пошли маме жаловаться. Мама у нас знатный долбодядя. Может и вывалить и стену, не то что две. Поэтому лучше мы ее немножко в сторону от них. Февраль месяц у нас уже начался. Погода просто весенняя. Градусов, наверное, 10 сегодня. 15. 15. Вот прикиньте, февраль месяц плюс 15. 20-й год. Такое начало февраля. Все. Ничего не видно? Все видно. Да запаривай эта лампочка. Не забывай, еще отсидел. Сейчас. Паузу поставь. О! Да черт. Это у нас девки. Слышь, такая, самые большие. Так, осталась одна свинка. Свет у нас потух тут. Трошки будут закругляться. В принципе, вы видели, операция несложная, крайне важная, поэтому старайтесь ее провести. Вот это, по-моему, осталось. Ну, а свинки сами можете посмотреть, какими стали буквально за 2 недели. Помимо того, что мама кормит, вовремя витаминизируем их, и все происходит в лучшем виде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Илюх, подожди, у меня еще одна Никола.